Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «В гостях у Анушки», и сегодня я подготовила для вас две очень вкусные, быстрые закуски из помидоров. Для первого рецепта беру чайную ложку сушеного орегано, пол чайной ложки сахара и пол чайной ложки соли. Сюда же добавляю 3 столовые ложки растительного масла, столовую ложку уксуса 6% и выдавливаю чеснок. Все хорошо перемешиваю, заправка готова. Теперь буду нарезать помидоры. Теперь в глубокую миску выкладываю помидоры слоями и каждый слой заливаю соусом. Убираю помидоры в холодильник на минут 30, и их можно подавать к столу. Это очень вкусно. Попробуйте. Для второго рецепта удаляю сердцевину и нарезаю помидоры кольцами. Чеснок пропускаю через пресс, перемешиваю с майонезом и сверху намазываю на помидоры. Сверху натираю сыр на мелкой терке и переношу на блюдо. Такую закуску нужно подавать сразу к столу. Эти две закуски очень выручают, когда гости на пороге. Пробуйте, друзья, готовьте. Надеюсь, вам понравятся эти рецепты. Спасибо за внимание и до новых встреч!